Pierre, Snejka, Issem, Doumaf. Собирала одну скульптуру. Места соединения тщательно замаскировала, получались вот такие работы. Панно, которое видим на стенке, это тоже ее работа. Здесь она не использует ни кисти, ни краски, ни холст. На старой фанере путем зачистки наждачной бумагой она добивалась оттенка в облаках, лунной дорожке, речке и наклеивала кору различных деревьев. Кору дуба, кипариса, беленькая это береста и мох. И получались вот такие великолепные панно. А теперь давайте будем узнавать сказочных наших героев. Как тебя зовут?